Всем привет-привет! Продолжаю снимать эпические ролики о том, как превратиться из чудовища в красавицу. Для начала я подготовлю свои волосы. Волосы у меня влажные после мытья. Наношу на кончики масло, затем расчесываю Tangle Teaser'ом. Названия всех продуктов будут в описании под видео. Приступим к макияжу. База служит в качестве защиты в течение всего дня. Для идеального тона я смешиваю светлую и темную тональную основу. Консилер с оранжевым пигментом отлично маскирует синячки, но обычным корректором я маскирую другие проблемные участки кожи. Сегодня я прибегаю к кремовой коррекции лица. Это более плотная вечерняя коррекция, я бы даже сказала модная коррекция а-ля Ким Кардашьян. Высветляю участки любимым в последнее время восковым тоном для жирной кожи. Затем подтверждаю коррекцию лица сухой коррекцией. О том, как я оформляю свои брови, есть отдельное видео. Приступаю к оформлению глаз. Наношу базу под тени, затем все веко высветляю светлыми матовыми тенями. И теперь при помощи карандаша рисую новую складку, птичку. Таким образом мы увеличиваем наши глазки. Растушевочной кистью тщательно растушевываю линии, добавляя глубину темно-бордовым оттенком. При этом тщательно растушевываю линию. Добавляю еще светло-коричневые тени для более мягкого перехода и растушевки. Нижнее веко тоже прокрашиваю бордовыми тенями. На подвижное веко наношу светлые кремовые тени, аккуратно, не выходя на растушевку. Закрепляю кремовые тени сухими светлыми тенями. Теперь, чтобы скрыть неровности на границу между светлыми и темными тенями, добавляю немного глубины, опять же бордовым оттенком. Ну и по стандартной схеме рисую стрелки и клею ресницы. О том, как я клею ресницы, есть отдельное видео. Завершающий штрих – белый каял и румяна. Губы оформляю при помощи стойкого флюида для губ. Пока я делала макияж, волосы высохли, накручиваю волосы при помощи конусной плойки до середины длины. После снятия локона с плойки я немного остужаю его в руке, тем самым он дольше сохранит свою форму. Делаю начес и фиксирую все лаком. Дополнит мой весенний образ яркое коралловое платье. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. С вами была Женя Гейн. Пока-пока!